с паспортом. Почему? Псина не отвечает. Вот засада. Эй, хорошо, что эти ухвостища нас не разоружили. Показывают, что не боятся. Проверенная тактика. Кататианские воины часто идут в бой, в чем мать родила. Стриптиза не нужно. Слушай, это могло бы отвлечь их внимание. Да, не то. Есть другие идеи. Спазм сможешь? Даже с пеной. И с судорогами. Да, могу изобразить. Ладно, как маякнут, ты в припадке на пол вались. Они тобой будут заниматься, а мы в один из коридоров дернем. А мне как быть? Ты, в общем, это, ты проявишь героизм. Я не собираюсь. Прошу за мной. Ножик, Вилл, вались. Изобрази подучую. Давай другой план. Так матриарх прям нас хотела видеть? Именно тебя. Не понимаю, почему. Питер вообще полон сюрпризов. Хотя, если речь о том, кто первый на промывание мозгов... Вот что вы думаете. Что мы промываем мозги? Мы столкнулись с вашими обращенными. Назвать их фанатиками – ничего не сказать. Они приняли обещание матриарха. Да, это меняет личность. Но они пошли на это добровольно. Квилл, тот дрон. Это наш шанс. Что? Как? О чем это вы шепчетесь? Ну? Спрашивает, в курсе ли ты, что ты злодей? Упрощенные понятия типа добра и зла довели нас до галактической войны. Да просто обсуждаем, до чего огромный у тебя корабль. Величественно. Верно? Вера в матриарха вернула ему довоенный облик. Как вернет нам и всех, кого мы ранее потеряли. Матерей, любимых, детей. Обещание вернет умерших? Конечно, нет. Они не могут вернуть умерших. Не мы, но матриарх. Священный сосуд. У меня идея, но нужно время. Ну, смелее. Если бы я хотел вас убить... Ух ты, обалдеть, это... вот это крутяк. В чем фокус, объясните. Колдовство. Меня не удивляет, что некоторые думают так. Но я применил науку. Это наука вера. Вера – наука, что? У веры энергия есть. Этот бот. Мои инквизиторы. И даже сама Сакралия. Все питается одной и той же чудесной энергией. Энергией, открытой мной. Я хакну дрон, отвлеки его. Что сейчас? Что? В чем дело? Скажите, это... Это ваше открытие дало вам возможность энергией пользоваться? Энергией веры. Да. Просто, мне кажется, энергия, как ее... Это же... Так много, чтобы сразу все переварить. Вопросов у нас слишком много. Скажем, как вы ее открыли и где? Расскажите нам все. Точно. По порядку. Да, просим, в подробностях. Тогда шла война. В ту пору мой народ религиозным не был. Мы были учеными и шахтерами. Бороздили просторы космоса, искали мы ресурсы. И что ж, мы нашли смерть, неописуемую болезнь. Мой сын, единственный сын, сгинул в мгновение ока. А после он воззвал ко мне свет. Отбросив свой твердолобый рационализм, я отправил за ним народ мой.
я обрел. Ну, продолжайте же. Стойте. Вас было больше. Что? Нет. Нет, не было. Сей факт мы бы из виду не упустили. Конечно. Прошу, дальше. Так увлекательно слушать про... ну, эту... Вы говорили что-то про него. И видно что-то очень важное. Да, да. Ваш папа? Дядя? Сын? Мой сын умер от болезни. Под ним я подразумевал другого. Первый святой сосуд церкви, прежде чем появилась церковь. Вздорного целителя, осененного золотом света и обладавшего немыслимой силой. Он знал о моем горе, нашем общем горе, знал причину, но не повернул все вспять. Ведь сам он и близко ничего подобного не испытывал. Вот зачем я основал эту церковь. Исцелять, дарить надежду тем, кто уже все потерял. Стойте, вас было больше. Коротышка пропал. Может, умер, как ваш сын. Может быть. Что? Я есть. Правда? Да. Умная мысль, Грут. Он же тащится от своей духовной миссии. Но, кажется, я уловил. В чем фишка? Зачетные, надо признать, голограммы. Миросознание бы позавидовало. Перекупщики у вас бы их оторвали с руками. Да? А это... тоже прикольный фокус. Но антигравом сейчас никого не удивишь. Ах, да. Вот там у вас под тогой припрятан персональный генератор щита. Грима немного, как надо оформили. Аплодирую за лазерное шоу с золотым светом. И разводил его высший класс. Я крайне впечатлен. Что ж, рад за тебя. Эй, я ж понимаю. Сперва блесни брендом, потом чудеса твори. Боже, однажды на Риге Литри я... Считаете себя умней других? Хотите отвлечь меня, потому что боитесь. Но вы напрасно боитесь. Что? На место, чтобы я тебя видел. Да-да. Сейчас вы встретитесь с матриархом. Ракета. Придумал, как сбежать. Мы вызовем Милана. Мой новый друг покажет дорогу. Грызун, ты говоришь загадками. Да мне действуют на нервы гигантские роботы-убийцы. Хотят представить нас своей новой мамочке. Кстати, о мамочках. Кто еще подозревает, что бывшая подружка Квилла переквалифицировалась в сектант? Кончай. А что? Мы все так думаем. Госпожа, вот они, стражи галактики. Спасибо, объединитель. Стражи, подойдите. Питер Квилл, прикажи своему отпрыску сейчас же спуститься. Прости, если я дерзок, но... не маловато ли ты для таких коротких платьев? А ты не староват для имени на одежде? Что ж вы так долго? Ну да, дедуля много болтал. Мы тебя вытащим, подыграй мне.
Но здесь нам и положено быть. Я спасу всех. Я должна, я обещала. Да брось, возьми себя в руки. Ты говоришь это по его указке. Стойте, спокойно, я... Девочка явно не в себе. Я вполне в себе. Но я больше, чем просто я. О чем ты? Где твоя мама? Мама здесь. Вот здесь. Внутри меня. Что ж, спасибо, все ясно. Свет объединил нас. Я думала, она погибла. Но я могу вернуть ее. Они ждут, когда мы их вернем. Нужно лишь... верить. Великий Объединитель помог мне понять. Это просто обман. Уж я-то в этом разбираюсь. Почему ты не веришь в меня? Почему ты не слышишь? Никто вообще не слышит. Я покажу вам. Не придется умирать, Питер. Ты спасешь ее. Я обещаю. Назад! Ваши гадкие лапы не тронуты волосы на его голове! Я сказала назад! За все заплатите! Ты. Я знала, что ты вернешься! Убьем этих ящерей! Выкуси! Что же мне? Напали на женщину с ребенком! Я вам устрою! Больше! Они нас не разлучат! Сдохни, Чентаури! Я долго этого ждал! Происходит? Как это возможно? Ты спас меня! Вот как! Я знала, ты бы меня не оставил! Конечно, в смысле... Ну и ну! Ну и ну! Совсем взрослый! И ты великий лидер, как я и предполагала! Питер, я так тобой горжусь. И папа бы гордился. Я не понимаю. Ты же умерла. Я что... вернулся? Ты здесь. Вот что важно. У нас с тобой уйма времени. У тебя, меня и у твоих друзей. Друзей? А что? У нас же огромный дом. Я жду встречи с твоей смелой командой и рассказов про безумные приключения. Это ж... Я же так об этом мечтал. О, ничто нас больше не разлучит, обещаю, Питер. Обещаю. Не верится, что ты здесь. Мам, мне бы вдохнуть. Нам столько нужно наверстать. Может, мы наконец доиграем в ту игру? Чувствуешь? Обещание вокруг нас. Отпусти. Хватит.
Не верится, что ты здесь. Серьезно, мам? Не верится, что ты здесь. Пожалуйста, отпусти. Не верится, что ты здесь. Мам, мне бы вдохнуть. Нам столько нужно наверстать. Может, мы... Немного разболтался, но причина точно не в нем. А вот его, похоже, можно заменить. Свечи как новые, значит, дело не в них. Масло, наверное, можно подлить. Питер, ужин почти готов. Да, уже иду, мам. Мередит Квилл, где ты хранишь разделочные ножи? А, около плиты есть один, в ящике. Там ли... Ну, наконец-то, Питер. Я уже собиралась выйти и еще раз тебя позвать. Что-то никогда не меняется. О, Питер Квилл, твоя мать как раз поведала нам о твоем отрочестве. Только о самом интересном. Она также сообщила, что нашла для тебя подходящую супругу, но ты отказался образумиться. Дракс, ты сказал, это останется между нами. Мам, мы на земле всего полдня, а ты уже пытаешься меня с кем-то свести? Я уже заждалась внуков, Питер. Ты не рассказывал ей о Нике? Нике? Кто это? Это незаконнорожденная дочь Питера Квилла. Ваша незаконнорожденная внучка. Я пытался найти удачный момент, чтобы тебе рассказать. Похоже, за ужином нас ждет серьезный разговор, Питер. Почему-то у меня такое чувство, что меня накажут. Гамора, что я говорил насчет твоей одежды в моем грязном белье? Что, ты с радостью о ней позаботишься? Это то самое радио, что у тебя было? Да, звучит даже лучше прежнего. Да, сейчас таких вещей больше не делают. Я же так об этом мечтал. О, ничто нас больше не разлучит, обещаю, Питер. Обещаю. Не верится, что ты здесь. Мам, мне бы... Отпусти, хватит. Не верится, что ты здесь. Серьезно, мам? Не верится, что... Пожалуйста, отпусти. Хватит обниматься! Питер, в чем дело? Это я. Как ты... Питер, да ты что? Прости. Это не смешно. Опусти оружие. Я сказала, опусти. Питер? Ракет, не поможешь мне накрыть на стол? Я не понимаю. Я люблю тебя, Питер. Что я сделала? Сынок, прошу, не надо. Ты мой сын. Помоги. Помоги. Скорее. Прошу, прошу, мама, прошу, сынок, я не хочу, не хочу умирать. Мама, прости. Давай, Питер, пока он отвлекся, доберемся до Ники. Тебе надо помочь.
Пап. Пап, давай, подъем. Времени мало. Мы ничего не успеем. Мама скоро придет. Давай, вставай. Ники, что? Что за... А когда я ее снимал? И вешал в шкаф? Три странные серии сумеречной зоны. Вы там внутри? Ребят! Наконец! Помоги! Мама скоро придет, и надо все подготовить. Подготовить? Ко дню рождения! Сегодня! Ты опять забыл? Пап? Нет, конечно нет. Я не помню, как я заснул. Класс! Поможешь мне все сделать, как мы вчера договаривались? Ты мне помоги с проектором, ну и торт еще, и подарок наш с тобой. Хочу к ее приходу успеть все подготовить. Ну, ладно. Ого! Сама его испекла? Потрясно. Не, мне с планеты тортов доставили. Есть планета? Нет, я его испек... Так, остался подарок и проектор. Ники, так и должно быть расплывчато. Конечно, нет. Там фокус сбился. Можешь подстроить? Ого! А здорово вышло. Я боялась, что не будет правдоподобно. Стоп. Сама нарисовала? Ага. Это Хала и ее звездная система. И я все луны нарисовала. Красота. Дело только за подарком. Он был где-то в комнате. Мне такую не вручили. Хотя уж кто ее достоин, так это Карел. Лучший папа в галактике. Это что, я? Кто ж еще? Не забудь про подарок! С днем рождения, Ники и Питер. Ого! У тебя Чуй! Ага, он капитан Милана. Что, правда? Ну, поздравляю, типа. Но я этого не помню. Нашел? Да. Положи к остальным. Да, вон там. Положи на стол. Сделано. А что там? Мы вместе купили. Помнишь, мы гуляли на Забвении, ей понравилась картина? Вид на Крилар. А, да, точно. Еще что-нибудь? Вроде нет. Как тебе? Потрясающе. Маме понравится. Спасибо, пап. Я тебя люблю. Ладно, я... Ники, почему заперто? Мама! Я все проверю, а ты открой ей дверь. Сюрприз! Питер, что это вы... Нет! Не верь, Питер. Это не наяву. Ее обманывают. Она не должна была быть там. Увиденное ею.
Но мы трое теперь связаны. Эта тварь овладела ей, но ее можно спасти. Ей надо смириться с тем, что я умерла. Помоги ей меня отпустить. Освободи мою дочь. Спаси ее. Прошу! Дитя! Отведите матриарха назад! Ну же! Вы не приняли обещание и показали, что вы недостойны! Вы будете уничтожены! Нет! Дедуля, мырями своими решил пугнуть. Не дайте им из зала выйти. Я не позволю этому гаду снова ее взять. Мама! Забейте на проповедника. Нас сейчас порвут. Отступай! Смотрите, колдун лечит своих союзников! Больше причин убить его первым! Драк, вставай! Никакой почта! Патроны пахнут горелым осом! Я не чувствую запах! Он излечивает остальных! Тем больше причин убить его первым!
Так, это нечестно! Магический врачеватель осложняет нашу схватку! Мне необходимо содействие! Питер, может, посмотришь, как он там? Отступись от меня! Может, даже у нее есть свой предел! Давно я никого не нарезала! Берегись! Моя великая сила не использует! Тащи сюда свой зад! Ракс, потерпи, дружок! Эй, Квилл! Хочешь увидеть салют? Ба-ба! Нет этой битвы. Каждый удар блокируют и каждый выпад враги отбивают. Но избрать. Боюсь не победить. Ладно, послушайте. Близок финал, отриньте страх. Прочь страх, их ждет крах. Так давайте вернемся в бой и покажем этим гадам, как надо драться. Кто со мной? Ракета! Подрывай! Как они научились, так пари! Им это не поможет! Да, займись этим плоскомозгом! Он лезет своих корешей! Кажется, у них подкрепление! После такого им понадобятся новобранцы! Еще фанатики? Это вы зря! Заставим их молиться усерднее! Как на ладони. Как нам выбраться? В дроне Рейгера была карта корабля. Я проведу нас к радиорубке, чтобы вызвать Милану и свалить отсюда. Я вижу лестницу. Предусмотрительно. Против целой церкви! Ой, молчи! Нам крышка, если мы отсюда не свалим! Ракета! Фейерверк!
Деньги! Вообще-то не подписывается! Ну же! Вмять! Прыгаем! Дело дрянь! Реально дрянь! Где же выход? Его нет! Так сделай! Работай головой! Я и думаю! Работай штукой на голове! Дракс, ударь здесь по стене со всей силы! Зачем? За тем, что нас сейчас убьет! Точно! Этот аромат я узнаю где угодно. Вперед! Мы можем сбежать через слив! Ты спятила? Это токсичный хладоген! Нельзя в него взять и окунуться! Стоять тут тоже нельзя! Я неясно выразился! Прыжок туда! Дракс! Дракс, ты в порядке? Да! Ну ладно, может это и не хладоген. Щекотно. Квилл, может, обсудим, что твоя дочь хочет убить нас? Рейкер с ней что-то сделал. Это... Как думаешь, может, они в старом рунном секторе? Нет. Великий Объединитель отправил туда дронов Ликторов. Будь они там, их бы дезинтегрировали. Под хвосты. Я есть груб? Может и да, но если мы заблудились, и они нас не найдут. Нам крышка. Мы заблудились, и нам крышка. Момент, дайте сориентироваться. Этот корабль очень большой. Поверь с инстинктом, зверёк. Зверёк? Ну, всё лучше, чем выродок. Глупенький ты, зверёк. А связи с космо все нет. Нужно сообщить ему обо всем. Связи нет. Да и что псина сделает? Вызовет корпус? Не стоит его недооценивать. Он нам поможет. Нужно предоставить отчет псу. Делают. Отрезают нам путь. Столько дверей. Ты знаешь, как нам выбраться? Уже да. Вон, Мусорс. Ты назвал его Мусорс? Да. Глядите, он выведет нас к радиорубке. Вон, там наш выход. Ничего, мы справимся. Гляньте, придурки нас не замечают. А я уже говорила, что обожаю незаметно подкрадываться ко всем. А я говорил, что ты внушаешь мне страх. Не тратьте время на этих дуболомов. Чем скорее свалим, тем скорее спасем Ники. Точнее, тем скорее найдем сына. Ты не бросим девочку. Спасибо, Мусор. Ты ему доверяешь? Конечно. Он теперь за нас. Они еще отправляют сюда стражников! Сражаться бессмысленно! Мы выбираться отсюда! Знаю! Быстрей, быстрей, быстрей! Нет! Давай сюда! Отойдите! Да, Мусорсу теперь нужно будет на диванах где-то жить! Кому-то из вас придется уступить каюту! Тупик! Что теперь? Туда! Вы
выберемся по мосту! Если переберемся через пропасть! Вмять! У нас проблема посерьезнее! Снова дрон! Квилл, найди способ добраться до моста, пока нас не прожарили! Питер, скажи, что у тебя есть план! Ну, держитесь! Все будет хорошо! Им не добраться до кота! Вон там колонна! Дракс, толкни-ка эту колонну! Да! Нет, нет, нет! Не туда, Дракс! Какого хвоста? Погоновайте в аду! Это был наш... Неважно! Вот он наш шанс! Бежим! Блин, эта штуковина реально на тебя запала? Ничем не могу ей помочь! Надо идти дальше! Мне это не нравится, Питер. О, это что, камера пыток какая-то? Выглядят умиротворенными. Смерть бывает весьма умиротворяющей. Слушай, а... полусвете. Кое-кто из таких же, как я, на это даже купились. Крим говорили, что они избранные. Они в это вмять верили. Даже подыхали. Ты не верил? Я был из башковитых. Я и... не могу смотреть. Идемте уже отсюда. Хватит с меня этого. Надеюсь, радиорубка уже близко? Мосор послал нас сюда. Он послал нас в тупик. Но для него это был не тупик. Вообще-то... Будем надеяться, что короткий путь Дракса ведет туда же. Да, короткий путь. Все будет хорошо. Сажаем по поле, за каждое, кого они тут батарейки сделали. Будет много пуль. У меня их много. Ракета, поколдуй. Да, да, я посмотрю. А вот и ретранслятор. Он-то нас и выручит. Ну и сколько на это уйдет? Я без тебя не справлюсь. Конечно. Хорошо. Постой. Вот здесь. Ладно. Порядок. Ну. Но...
Зачем притворяться, будто мы не видели то, что видели в церемониальном зале? Потому что обещание — это скрытая ложь. Ты в этом уверена? Я была готова поверить, но знала, что проснусь и... Все исчезнет. Что вы видели? Я... Я видел маму. Живую. Но там был кто-то еще. Призрак. Да, именно. Девочка у этой твари в руках. Видимо, она ей лжет. Про Карел. Знаю она. Вот ты мне врал! Что? Я специально так сделал. Милана уже в пути. Спасибочки. Ладно, уходим, пока эти вервольщики не опомнились. Так куда пристыкуется Милана? Ха, ты смешной, пристыкуется. Разрешения на стыковку у нас нет, будем импровизировать. Ладно, надеюсь, в космос сигать не будем. Почему же нет? Будем! Я даже нашел подходящее место. Что? Не дрейфь, я знаю, куда нас ведут. Я есть Крут. Просто не сейчас. Питер, здесь есть рабочий верстак. Если надо, давай быстро. Этот дрон нас преследует. Кажется, ракета любит такие штуки. Нужно успеть спасти Никки. И себя. Нам надо на ту сторону, но эта дебильная дверь не запитана. И как ее запитать? Найти что-нибудь совместимое с этим разъемом питания. Вижу робота-убийцу. Может, его аккумулятор сгодится? Стоит попробовать. Ладно, приятель. Ты, главное, отдыхай. Я сейчас только... Отстой, ненавижу. Да уж. Не круто! Это просто бред. Ты знаешь, что делаешь? Да. Он ведь в аккумуляторном отсеке. Может, электричеством ее? Она на вере. Так что, если только твои пушки не умеют пулять верой, нам крышка. Ладно, осмотримся. Может, что найдем. Ракеты здесь нет, Питер. Не трогай. У меня есть к вам вопросы. Сейчас не до этого. Питер, ты поранишься. Спорим, сюда можно воткнуть один из тех аккумуляторов Веры. Да ты прямо гений! Учитывая, что я первым это предложил. Подойдет? Сейчас узнаем. Подключай! Похоже, подошел. Кто-нибудь, ходите за разрушителем. Дракс, ты с нами? Дракс.
Эй! Эй, Дракс, в чем дело? Мне пришло в голову, что все это может быть затянувшимся сном. Это не сон, точно. Но нам надо идти. Хорошо. Что? Ну да, малость стрёмно. Корабли не издают таких звуков. Даже у Читаури. Они поют? Скорее, будто молятся. В любом случае, их там целая толпа. У нас нет других вариантов. Ребята, что бы это ни было, я хочу, чтобы вы знали. Нет другой такой команды, которой... А, ты уверен, что сейчас самое время для предсмертной речи? Хвост. Что бы это ни было, оно реально близко. Что за... Мять! Да их здесь миллионы. Даже больше. Да? И как ты предлагаешь им помочь? Нам надо думать, как самим убраться из этой дыры. Мы выберемся. И расскажем Космо об этом кошмаре. Он разберется. Церковь пришла за нами! Нет! А можно угнать эту лодку? Возможно. Сломаю по-грязному. Народ, оружие к бою! Я думала, оно у тебя всегда готово к бою! Я надеюсь, ты так же готовы, как и я! Ракета бомби! Драк, зажигай! Готовься к смерти! Можно снова включить щит? Укрыть бы за ним наши мысли! Получай! Отвлекаться, что ли? Я нас вытащу! Мы тут как на ладони! Значит, надо убить их первыми! Как выберемся? Я не хочу иметь к этому отношение. Я есть Крут. Выбор у нас есть, но это не наша проблема. Ладно, поглядим, что можно сделать с этой штукой. Давай. Аккумулятор веры снабжает энергией робота. Страшно подумать, для чего им столько энергии. И они принялись за целые планеты. Это еще цветочки. Вы слышали? Ты о чем? Это... О! Все нормально. Они отскакивают от щита. Что за хвост? Щит отключился, штабы! Не высовывайтесь, я разберусь! Не осилим еще и подкрепление! Им скажи! А чем они бьются? Рейкер все популярно объяснит! Падает! Срочно сажаем эту лохань! Быстро бьем их! А теперь ракета! Они хотят нас прижать! Все очень зря! Эй, губоломы! Дай мне по
ямы! И срочно валим отсюда! Спокойно, это ловушка! Отходите, я за вас! Как нам отсюда выбраться? Да, нужно разглядеть эти две движения! Прервала ему молитву! Эти фанатики понимают лишь язык силы! Лучше заниматься тем, в чем мы рубим. И что же это? Кидалово, контрабанда, ограбление. Церковь разрастается, мы все равно с ней пересечемся. Пересечься и сбегать по пересеченной местности — это разные вещи. Да сколько же их тут? Ракета, оторвешься от них! Жак, у нас такая же лодка! Щак, щит накрыл! Не наносят видимого вреда. И вынужден признать это, Грут тут прав. Мы выглядим просто смехотворно, Квилл. Ах,
Да плевать на шансы. Я смеюсь в лицо опасности. Мы здесь, готовые побеждать. Так не будем тянуть и заставим их страдать. Кто со мной? Аля утрата подожду! Я убью тебя! Зачем они бьются? Заткнутые косты вернее, чем там! Разжали! Берись со своей судьбой! Если уж тебя схватят, то и нас тоже повяжут. Делай, что сможешь. Хорошо. Эта штука сейчас развалится! Ну же! Мы почти у цели! Думаешь, убей? Нет! Стойте! Чувствуете? Нет. Вибрации изменились. Мы близко к периферии корабля. И близко к Милана. Ты такое чувствуешь? Алло, усы же! Thank you.
Сделай это, здоровяк! Ты сгинешь в муках! Делай... Ребят, потише. Вот он где. Не следуйте за мной. Я за Рейкером. Что? Гамора! Доверься мне! Ай-яй. Прямо по курсу еще одна куча дуболомов. Еще один ненормальный готов. Давай, за дело! Ноль ждет тебя! Нечего оплакивать! Мочи! Стоп! Кажется, я знаю, где мы. Мы на Сакрале. Вау, чувак! Не в бровь, а в глаз! Но скоро мы уберемся с Сакрали. Туда! Да, что будет, если она нас не догонит? Если они поймут, что мы на Милан, они точно сдерживаться не будут. Я не оставлю Ховод еще раз. Ховод? В смысле Гамору? Да, конечно. Ту, что убийца. Гамора просила довериться ей, и я... Нет, почему эта штука никак не отстанет? Ну же, бегите! Я ненавижу этот мерзкий корабль! Вперед, вперед! У меня ноги! Руки! Открывай стопы, Питер Квилл! На мне тяжелые ботинки! Прыгай! Что? Прыгай! Нам надо двигаться вперед, Квилл! Еще один фанатик того! Помоги ему зреть истину! Мой черед, здоровяк! Приготовься к смерти! Его нужно наказать! Им слишком много! Давайте в лифт! Всех смерти!
Милана вот-вот прибудет. Точно? Нет, но это все, что я могу. И времени остается все меньше. И как только они засекут Милана, они откроют огонь. Ну, я включил на нем бесшумный режим. Как кто знает, что за сенсор у рейдера на этой штуке? Можем вечно убегать. Нужно отрезать им путь, или мы погибнем. Так, у меня идея. Спровоцирую перегрузку в аккумулятора и устрою им бабах. Насколько большой бабах? Самому интересно. Отвлекайте их, а я все заминирую. Подпосты здесь. Мне нужно время. Не подпускай их близко. Пусть летит, Дракс. Давайте! Иначе напали, ребята! Если все будут так
знаю, насколько меня хватит. Постарайся! Не знаю, насколько меня хватит. Постарайся! Пригнись! Я слышу слишком много борьбы! Да, здесь громко! Еще один сектант почил! Я не тороплю, но... Вот и не торопи! Крил, на солнце минуту! Если ты тебя меня подстрелят! Не бойся, мы тебя прикроем! Они не там! Ракета! Не опасно стрелять рядом с этими штуками! Не стреляйте по ним, тихо! Как уже нам сами! Он свое получит! Этот летун лечит остальных! Да он должен погибнуть первым! Встреть его с грудью! Тут много места! Как встать! Ковас! Этот тренер подыгрывает своей команде! Как там было? Менее смертельно! Все равно неприятно! Охоли, вонючки! Возвращайся в битву! Так спешит на помощь! Это не священников! Он лечит остальных! Да он должен погибнуть первым! Летающий шаман благословляет свою пасту! Надо победить их до того, как они победят тебя! Едва выкрутили! Спасибо, дружище! Не стреляйте в него! А что он атакует нас своей магией? Он свое получит! Твой контра! Никакой пощады! Отбой на крючки! Продолжай сражаться, брат! Этот мерзавец усиливает своих корешей! Рассредоточьтесь! Тут же полно места! Держите этих пирамид подальше от меня! Готово! Я заминировал! А теперь валим отсюда! Сколько у нас времени? Я перестарался! Туда! Народу! Черт! Так, держимся вместе! Не свались с края, не свались с края! Черт! Huh?